рассказал председатель фракции «Единой России» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеслав Киреев, местные партийцы помогли 45-й городской больнице в Звенигороде приобрести лазерное многофункциональное устройство. Аппарат выполняет функции сканера и принтера одновременно. По просьбе главврача Марии Тагировой, члены команды Киреева купили и привезли технику в больницу. Она станет подспорьем в ежедневной работе с большим объемом медицинских документов.